Алло. Он что, вышел или что? А вышел только что, я подошел. Первый, твой, второй, третий, да? Долбаная херня. Теперь тебя слышно. Долбаная херня. Быстро! Так, вообще, наверное, скоро. Создавай. Если ты успешный инженер, а хер достанешь, блядь, только звонить, блядь, тебе... Я не знаю. Надо, короче, добавить твою подругу сюда, в этот... В чат, да? Она тебе напоминала просто и слушала, что пишут. Так, мультиплеер, онлайн. Крит. Пароль будет 666. Называться она будет... Неожиданно 666. Вы меня слышите? Да. Да. Отлично. Пока я не вижу созданной игры 666. Я еще не выбрал карту. Первый, второй или третий? Первый. Первый. Потом второй, потом третий. Вообще не помню карты, если честно. Я думал, мы еще и парик попробуем. Ну, может, и вам. Или у нас хотели впереди. Значит, не знаю, где-то какие карты, но что-то захотел вот эту карту и создал вот это все. Опа, как там Киев? Не развалился? Жарко. Это только жарко? В Киеве. Не знаю, у нас нормально, что ты. Так, я, в общем, зачем, может, я Хельдарчиком, наверное, поиграю, да? Как всегда. Окей. Заходишь там? Да? Пароль 666? Мы уже создали, да, вот. Да, вот. Выставляй там себе, там, Даркангелов. Кент, ну что за Ревенгвардия? Что за Ревенгвардия? Железные руки, там есть вообще айронхенды или нет такого? Не. Блуд ангелы есть, ультрамарины есть. Космические это волки, говорят, они крутые. Мы что, вас сам будет. Против кого? Не знаю, против Эльдар. Я Эльдар. Не, я могу поставить космодеса и будем играть против Эльдар. Но я просто, ну, тогда не втащу, тогда вытащите. А не, ну давай там кого-то другого. Кого мы будем... Мы ж ненавидим Некронов, правильно? Точно, против Лёхи. Вот Лёха бы, если бы играл с нами, да? Он бы играл бы Некронами. И всех нагибал бы. Ладно. Все готовы? Да хоть поставь 4, я не знаю. По-моему, троих несерьезно вообще. Да ты хотя бы вспомни, как кнопочки. А. Ладно. Ты кнопки бы хотя бы вспомнил бы. Пятерых мы Туга убивали, мы пятерых так и не убили, кстати, я напомню еще. Вроде. Разве? Или убили. По-моему, мы убивали даже шестерых, чем пятерых. Да, с переносом базы фишка у нас была какая-то, да. Когда я в базы убегал. В троне. Отличная тактика. Как и на Ариксе. Какие-то еще видишь узкие какие-то мостики, какая-то еще хрень, там поле битвы вверху, а там уже типа легкую оборону, как-то так. Партизаны, так, что ли? Вспомнить, что буду тут нажимать вообще. Вот и я за то же самое. О, черт, еще зайти заранее и поменять графику. Ну, блин, шумит микрофон, как будто я не знаю, ты на этом стоишь. Запускаю строительство. Я готов прыгнуть. Подожди, а кто-то не загрузился или что? Кто? Я играю. Антоха, ты не загрузился? Переигрываем. Ты загрузился? А он, наверное, не выбрал клан.
Я не планы поставил. Ваше желание. Антон. Ну как так? Ну вот так. У тебя микрофон шипит. У тебя что, на телефоне больше не работает или что? Это на телефоне? Нет, это на телефоне. У меня почему-то просто не переходится на динамик. Ты там его поставил, наверное, под кулер или что это у тебя шумит там? Динамик, блядь. Я просто автоматически переключается обратно. На ничего не слышно. Ну, забей. Создал. Я ничего не слышал. Может, ты проспал отсюда? Перемотай на середине, блин. Ты ж проспал отсюда. Да я видел, как ты спала, расскажи мне. Так, что я должен тут... А есть тут зафиксить? Ладно, в принципе, не надо их фиксить. Так, кланы все поставили? Так, я некронов не поставил, да? А мы ненавидим некронов. Просто мы вообще ненавидим. Они медленные. Зато мощные. По вуалью телепортируются на всю карту. Ктанами ебошат все вокруг. Ходят своими ктанами. Слышишь, ну я видел картинку ктанов, ну он, конечно, красивый, слушай. Не то, что против меня дрался, да? Этот? Это не ктан. Ну это ктан, но это ктан типа титана, что-то такое вообще. Да? А ктан вообще такой маленький, дрыщавый, с косой, с одной такой. Такой тебе, прозрачненький. Запущена программа строительства номер 721. Ну тут ктан у него будет, что меня тогда убивал. По сторонам, что тут делать, как жить вообще? Ваше желание. Бля. Все уже не так пошло. Эпик фейл. Мы заняли позицию. Разведчики прибыли, разведчики прибыли. Я здесь, чтобы служить. Разведчики прибыли на службу. Мы ждем приказа. Район под контролем. Да, о великолепный. Да, повелитель. Я здесь, чтобы служить. Мы ждем приказа. Да, о великолепный. Служение смысл моего существования. Разведка готова. Что? Ничего, я молчу. Могли бы же разведчики каску, прибыли. Мог бы каску. Да. Господи боже, ну как же ты шипишь. Не шипит, а шкребет, блин. К вашим услугам. Очень, конечно, странная карта. Где вообще враги? Мы заняли позицию. Позиция захвачена. Передвигаемся скрытно. Разведка готова. Передвигаемся я скрытно. Я жду ваших распоряжений. Я сделаю все, что пожелаете, о великолепный. Я сделаю все, что пожелаете, жду ваших распоряжений. Разведчики прибыли. Я слушаю, лорд-командир. Мы нанесем на карту расположение войск противника. Вот башня. Начинаем поиск.
Меня чуть не убили, блин. На чудесах спасся. Передвигаемся скрытно. Собираем информацию. Разведчики выдвигаются. За императора! Странная эта карта. Разведка! В атаку! Да, командир. Разведчики прибыли на службу. Производим прицеливание. Отступать! Не сдаваться! Как космодесант! Занимаем позицию. Разведчики прибыли на службу. Как там у вас тут пихим? В этом центре. Мы нанесем на карту расположение войск противника. А ты нет? А, это не твой. Разведчики прибыли. Разведка готова. За императора. В атаку. Мы заняли позицию. Мы ждем приказа. Не сдаваться. Занимаем позицию. Занимаем позицию. По нам ведут разведка. В атаку. Мы расстреляем их прямо отсюда. Разведка готова. Мы ждем приказа. Производим прицеливание. Я спокойно развиваюсь, пока всего есть. Я сделаю все, чтобы вы были готовы. Ну нормально там у вас. Мы ждем приказа. Мы ждем приказа. Ты как-то захватываешь, что ли, эту точку, да? Да. Антоха, там на тебя идут, по-моему. Я вижу. Разведчики прибыли. Мы расстреляем их прямо отсюда. И, по-моему, много, слушай. Ну, я пойду помогу тебе. Я попробую центр туда прикрыть, пока вас нет. Они точно не едут, много юнитов. Мы ждем приказа. Не, у меня тоже идут. Антоха, ты выживешь? Попробую это значить нет. Я жду ваших распоряжений. Запущено на ваших распоряжениях 721.
атаку! О! Там уже дреноут. В атаку! За императора! В атаку! Кент, выживешь? Я да. Блин, уже сволочь ко мне пошел. Мы заняли позицию. Производим проникновение на территорию противника. Мы под интенсивным обстрелом. А, вроде побиваю, слава богу. По нам ведут огонь! Да, ну, очень жестко, конечно, поджали. Шесть, шесть, отстрелить. Отступать и перегруппироваться! Четырёх, или четырёх, или пяти, блядь. Отступаем! Да, командир, разведчики прибыли. Блин, я всех своих снайперов просрал, да? Чего никто не сказал? Да, я смотрю, конечно же, что у тебя там происходит, не дай бог. Я здесь, ну, может, чтобы глянуть. Служить. Я пробудился. Я район под контролем. Враг атакует. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Я вновь готов служить. Я жду ваших распоряжений. Да, командир. Патрулирую местность. Буду что-нибудь покрысить. Я пробудился. Да, о великолепный. Наша вера вечна. Именем его. Скилл Узороса. Наконец-то война. Расстреливают. Разведчики прибыли. Занимаем позицию. Да, о великолепный. Да, повелитель. Да, командир. Я чувствую опасность. Мы должны пойти другой дорогой. Наша вера. Я несу его волю. В атаку! Да, командир. Собираем информацию. Наконец-то война. К вашим услугам. Мы нанесем на карту расположение войск противника. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Я долго ждал этого дня. Я вновь готов служить. Если может кто-то помочь, помоги. Я вновь готов служить. Да, именем его. Так все просто. К вашим услугам. Мы заняли позицию. Мы подразделили обстрелом. Да? Все. В атаку! Приказывай! Не, у меня там еще этот лорд. Лучше умереть за императора. Разведчики прибыли на службу. Ради себя.
Приказывай! Наконец-то война! Мы ждем приказа. К вашим услугам, разведчики прибыли. Ты серьезно? То есть мы после успеха, да? Мы заняли позицию. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Я очищу мир от скверны. К вашим услугам. Точки сбора. Я пробудился. Наконец-то война. Я вновь готов служить. Я вновь готов служить. Из твоего только мили нужно пробить. Ваше желание подчинение разу вашего сражения. Да, я пробудился. Не повод нарушать присягу. Ваше желание. Все, тебя вынесли, да? Так уже давно. Да, там кучу подлечу, тебе другую призму подлечу. А какого же то? Но меня отбили. Разведчики прибыли. Нет, тебя не отбили. Разведчики да, прибыли. Передвигаемся с крипом. Главное здание уже вынесло. Я всех отбиваю, хожу. А этих некронов не убить, ребят. Ну, как бы все, без шансов. Вот. Вот кина больше всех килов. Да я знаю, потому что у меня снайпера. Наконец-то война! Снайпера имба все-таки, да? Я так и знал. Ну, по киллам, да. По мощи стрельковой нет, а вот по киллам, да, они всегда выигрывают. Ну, значит, это такие хавки-нагибаторы, которые, блин, чисто подобивать. Ну, как ханты своей добивалочкой. Да я хантом любого из вас, и обоих, и загоню под стол, блин, и буду гонять там, блин. Ну, и будешь добивать, я понял, понял. Сдал. Ты зря вышел, потому что у меня все зависло. А, наверное, нет. Вынес все-таки врагов, да? Чего-чего? Говорю, что вынес все-таки врагов. Каких? Ну я тебя почти отбил. Тебя начал отбивать, но меня там на базе тоже напали. И короче, это... Ну, карта, если честно, не очень прикольная. Может другую какую-то, а можно как-то так сменить? О, нельзя, да? Да, есть change map. Не пойму, все же верно, у меня же кровавые эти, ой, блин, Space Волки, да? А, я же должен был победить. В смысле, подожди. Ничего не понял. А, ну у тебя топ по киллам, но это как бы недостаточно для Space Волков. По одну... эту по один проход к нам, типа, блин, да чит, все чит, хочется же без читов. Ты о чем? Ну эту же карту давай, какая разница. Че, да я вот это сделал. А вот эту, блин, это вот так. Кланы выставили, я никого ничего поставил, все готово, то ходовой поменять. Ладно, давай. Антоха, будешь меня дефать теперь? Там все дефать, аж дредноут. У меня пока дредноута нет. У меня было 5 дредноутов, они мне не попали. Ну дредноут же у железных рук сильнее, ну блин. Я понимаю. Я все понимаю, ну блин. С максимальной скоростью. Что ты говоришь, Антох? А чё это дредноут железных рук сильнее, чем у других?
Для начала хуже деградировать. Разведчики прибыли и заняли позицию. Артефакты техмарины лучше. Разведчики прибыли на свой командир. Они не стреляют на 2 плюс СТ. Блин. Производим проникновение на территорию противника. Разведчики прибыли на службу. Мы ждем приказа. Еще стратегия молнии на увеличенный урон плазмы. Это только драковская стратегия. Да. Ваше желание. Да. О, великолепно. Позиция захвачена. Запускаю строительство. Ваше желание. По одному буду бегать, вам помогать. Высоты в центре. Ну, не хел. Защищаем объект. Да, повелитель. Я сделаю все, что пожелаете. Район под контролем. Разведчики прибыли. Я чувствую опасность. Да, мы должны пойти другой дорогой. Я сделаю все, что пожелаете. Да, о великолепный. Я сделаю все, что пожелаете. Мы заняли позицию. Я слушаю, лорд-командир. Разведчики выдвигаются. Занимаем позицию. Я чувствую опасность. Мы должны пойти другой дорогой. К вашим услугам. За императора. Мы ждем приказа. Разведка, в атаку. Мы под интенсивным обстрелом. Мы заняли позицию. Стреляющие базы, конечно, бесит, капец. Разведка готова. В атаку. Мы заняли позицию. К вашим услугам. К вашим услугам. Да, о великолепный. Давайте все на них навалимся, на ваших. Запущена программа строительства номер 721. Мы заняли позицию. Разведчики прибыли на службу. Я жду ваших распоряжений. Запущена программа строительства номер 721. Очень просто. Мы заняли позицию. Мы ждем приказа. Начинаем поиск. Два оверлорда. Больше оверлордов, бог оверлордов. Разведка готова. Разведка готова. Я чувствую опасность. Мы должны пойти другой дорогой. По нам ведут огонь. Мы ждем приказа. Разведчики прибыли.
Разведчики прибыли. Передвигаемся скрытно. Мы заняли позицию. Мы ждем приказа. Разведчики прибыли. Слушай, капец. Кто там пошел? Пистолетчики. А стреляющие пушки, блин. Я знаю. Тоже сильные. Я здесь, чтобы служить. Я чувствую опасность. Мы должны пойти другой дорогой. За императора! За космодесант! В атаку! Почему если умирать, то, блин, как всегда? Мы заняли позицию. Тот, который со снайперкой, блин. Мы нанесем на карту расположение войск противника. Мы заняли позицию. Это вот рамки там распределяют. Я здесь, чтобы служить. Запущена программа строительства номер 721. Зачем вот в серединку зашли? Мы нанесем на карту расположение войск противника. Блин, слышишь, у меня два отряда погибло. Один тупо лес. Так, останутся там под твои снайпера сейчас будут попадать опять. Они уже невидимые. Ну ладно. Мы ждем приказа. Идет прям воинство. Разведчики прибыли на службу. Мы ждем приказа. Разведчики прибыли на службу. Собираем информацию. Я чувствую опасность. Мы должны пойти другой дорогой. Мы заняли позицию. К вашим услугам. Потому что они на базу идут, возможно. К вашим услугам. Разведчики прибыли на службу. К вашим услугам. Занимаем позицию. К вашим услугам. Разведчики прибыли на службу. Да, командир. И в бок ушли, а не на твою базу. Враг в пределах досягаемости. Мы заняли позицию. Разведчики прибыли. Там сюда, там где я делаю. Разведчики прибыли. Да, командир. Да, командир. Я пробудился. Приказывай. Ко мне, братья.
Я пробудился. Я не доставал дальше. Приказывай. Приказывай. Ужин. Я хочу сражаться. Я вновь готов служить. Враг в пределах досягаемости. Вперед! Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Фига, что там у нас такое? Отверженные, ты видел, блин? Это кто? А, вот эти здоровые? Бессмертные. Ага. Хотя бухнут вроде нормально. Смерть не повод нарушать присягу. Враг атакует. В атаку! И там все равно, что там мудрят с левой стороны, да? Ты там сам дерешь таким, да? Я пробудился. Антоха, береги дреноута своего, там его раздают. Ай. Разведчики прибыли. Мы нанесем на карту расположение войск противника. Смерть не повод нарушать присягу. Разведчики прибыли. Я пробудился. Наконец-то война. Наша вера вечна. Запрещается катушку забить. Враг атакует. В атаку! Тоха дреново потеряешь. Фига ты мажор. Есть. Я вновь готов служить. Наша вера вечна. Я жду ваших распоряжений. Да, победить. Наконец-то война. Наша вера вечна. Я скоро там буду. Я раздавлю тех, да, меня, кто противостоит мне. Выдвигаешь. Только пропусти нахрен мой дронеута. Наконец-то война. Ко мне, братья. Я хочу сражаться. Именем его. Именем его. Именем его готов служить. Именем его. Я хочу сражаться. Ударим их силой нашей веры. Я здесь, чтобы служить. Приказывай. Они устроили этих самых противотанковых бомб. Мы заняли позицию. На императора. К вашим услугам. Грешники узрят гнев императора. Я здесь, чтобы служить. Следи за своей броней. Да, командир.
Я чувствую опасность. Мы должны пойти другой дорогой. Еретики! Это он большой, да? Нет, большой, большой. Я несу его волю. Занимаем позицию. Не пробиваете, но не пробиваете. Смерть не повод нарушать присягу. Добиваем. Тебя ж там отряд, ты сам не видишь, что ли? Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Я так не могу посмотреть, что я его покажу. Своя война на другом плане. Ну я как бы не то, что думаю, что я могу не добить. Приказывай! Я могу не их приказывай! Дать им сильно... Я скоро там буду! Захватить с другой стороны. Наконец-то война! Патрулирую местность. Прожили! Не умрем, как братья! Мы под интенсивным обстрелом! Повелитель. Запускаю строительство с максимальной скоростью. Я несу его волю. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Место запоздали танки. Мы заняли позицию. Занимаем позицию. Угу, он тохит у терминатора, конечно. Он только в своем репертуаре. Хищник ожидает приказа. Будет исполнено. Будет исполнено. Хищник ждет приказа. Мы расстреляем их прямо отсюда. Я здесь, чтобы служить. Да, повелитель. Хищник ждет приказа. Как прикажете. Там войско. Партина, хочу. А вот так. Че, нельзя? Че, как-то брать нельзя? Я не помню, какие-то даже брать нужны аватара. Разведка! Ох, хищник в атаку! Ожидает приказа! Ударим их силой нашей я веры! Я здесь, чтобы служить! Да, повелитель! Блин, что-то я не могу досчитаться своих танков. А, у меня предел, блин. Нафига предел? Разведка! Хищник ждет приказа! Где там вообще прокачанный танк, да, я смотрю? Грешники, узрят гнев
император. Нет, у тебя лазерная чисто. Да. И дохлый. Зато сильный. Хищник поджидает приказ стрелом. Что там, Кент, как у тебя там успехи? Размагаю. В твоем макро. Фига, у тебя там и лорд, блин. Мы не промахнемся. Хищник ждет приказа. Уже на следующего, да, вы идете? Ну, так-то, может, и продавил, конечно, еще тебя. А мы двоих уже убили. Хищник ожидает приказа. Ну, как бы, мы не на бежище, а мы уже как-то двоих. Там что, второго убили. Вперед! Хищник ждет приказа. А, это уже третьего чем будет убивать. Ну, тогда я точно продавлю. Да, я выбрал на музыку. Гитарчики, блин. Я надеюсь, я тут не зря на двухсот бак сражался. Сейчас опять Space Marine проиграть по киллам. Человечество не устоят перед нами, братья! Не направляю это. Так, ну это легкая карта. Юнит киллит, да блядь, да ёбан, я же за фонтах воевал, да как так? Капец, блин. А снайперов ты не перестреляешь, блин. У них взрывной урон просто, понял? То есть пока ты там стреляешь, они только бдыщ, минус 5, блин, понимаешь? Бдыщ, минус еще 5. Взрывной урон. Посмотрим, как ты в даунтворе втором по снайперишку. Все, выходим? Да. Ну, первый, второй, третий. Сейчас осмотримся вообще, что тут, как там. Давай второй. А третьим я могу за лонрейдер и терминатор выиграть. Чем? Ландрейдера и терминатора. Да можешь. А что ты не можешь? Да, что, чисто... Ограничение на туле или что? Я буду за них снайперов, блин. Ну, герои снайпера. Не, ну и танки, естественно. Как и здесь. Так, я создаю. Создал, ну какую-то карту такую. А где-то наша любимая карта там. Длинным проходом вот он создал. И какую? Что? Что удалось? Ну, Андрей, Антох, ничего не слышно вообще. Ну, кто-то сделал. Вот я тебя уже сейчас ничего не сделаю. Мы уже все мимо. Старайся. Так что ты говоришь, повтори тогда громче, я не знаю. Говорю, что боже, действительно забить на терминатора, но и на день рождения на дрейдер все-таки. Ну, я не знаю, Антох. Ну, купил Ландрейдер, а что нет? Терминаторов ты и сам себе можешь купить, а Ландрейдер это уже подороже херня. Ну да, Ландрейдер 1500, а Терминатор 800. Пиздец. Не слышно, Антон. Ну, говорю, да, Ландрейдер 1500, а Терминатор 800. Блять, ебать, Терминатор 800, да вообще не нахуй. Я за 800 купил себе ГВ-шный. 800. Все, готовы. Ты представляешь, они на картинке будут классные, а Тартуга тебе пришлет просто твои... А что случайно, слышишь? Я хотел посидеть против кого?
тиранидов, ой, тиранидов этих. Ну, ты видел этих новых юнитов у Лёхи? Ну, вылитые да. Тираниды, согласись. Ну, давай против тиранидов. Вот так вот, против троих разных. Ладно, ты давай. Ты зла, чтобы сразу все зло победить. Готовы? Да, нажми готов, Антох. Ладно, можно не нажимать. Что я должен ждать? У тебя же элиты до звена, до хера, Антох. У тебя ж... Ну, у меня... Нет, у меня один отряд по большому счету. Ну почему? Чемпион, апотекарий. Этот... Один отряд и командный. Ну, командный отряд считается одним отрядом? Нет. Ну так. Командники это тоже не элиты. Ну, 500 очков, Эндрейдер, Терминатор и все. Нет, не хватит там 500 очков. В оригинале стоит $235. Такой отряд Терминатора, вот такой. Сейчас себе $235 в психе. Так, не держишь. Никто не ожидал, что буду играть за Баншей, я буду играть за Баншей. Где-то ограничения есть, ограничения есть какие-то? Да не, ну вообще, ну, ознакомляющую партию, никаких ограничений. Надо будет себе придумать еще ограничения потом на время, убить их там за там, сколько-то там времени. Контроль над энергетическим узлом. Так, сколько стоит тут пулеметик? Газа. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Я же буду играть без пулеметов. Понял? О, ты играй без пулеметов. Собираю чисто. Посмотрим, сколько они настреляют. Настреляют много, понятно. Очень-очень много. Орки тут на пути у меня. Там какой-то здоровенный орк идет, ломая здание к моей базе. И тираниды. Продвигаемся. Скауты готовы доказать свою верность. Продвигаемся. Отряд скаутов атакован. Бессмысленное поражение никому не делает чести. Союзник захватил контроль над энергетическим узлом. Как Марины отступают, за хрень. Отправляемся немедленно, братья. У меня еще просто снайперок нету ни одного. Готовится снайперская винтовка. А сейчас стрельки. Ну так я играю в основном через снайперство. Рукопашную! А, ты не пустой турельки, ну лук. Отряд скаутов атакован. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Так бывает. Мы готовы служить. Скауты готовы. Бессмысленное поражение никому не делает чести. Как-то я не расконтролил. Продвигаемся. Направление подтверждено. Точка защищена, врагу не отобрать. Мы уступаем точку влияния врагу. Космические десантники на поле боя. Мы связаны ближним боем. Отряд выдвигается. Снайперские винтовки готовы к бою. Наш технодесантник получил уровень. Скауты готовы. Не просите сделать то, что невозможно.
Союзник захватил контроль над точкой влияния. Выполнение невозможно. Готовится снайпер. Сделать хилку, да? Лучше сделаю хилку. В основном подохну по чуть-чуть. Скауты готовы. Скауты докладывают о получении снайпера. Скауты готовы. Какие будут приказания? Почувствуйте мощь! Союзник захватил контроль над точкой влияния. Союзник захватил контроль над энергетическим узлом. Пехота союзников погибает. Скауты мы должны... готовы. Иду. Мы готовы. Продвигаемся. Да, командир. Двухконтрольные точки скоро будет работать. Цель получена. Что-то я хотел бы захватить. Захватывает одну из наших стратегических точек. Ну там еще какая-то техника идет. Или это какой-то лорд. Здание рушится. Ой, блядь, я X нажал. Ладно, честно. Ладно, сейчас приду, Антош. Скауты готовы. Какие будут приказания? Готовится снайперская винтовка. Скажите это сейчас, пока не началось очищение. Приказ выполнен. Как иду. Усовершенствование завершено. Ты готовы доказать свою верность. Цель получена. Еще одно чудовище повержено. Да, там уже дреноуты и все прочее дичь идет. Да, у меня есть банши. Скажите, у тебя две техники, да? Ну, я через Антов пойду. Много, да. Я, короче, пойду сюда, Антов, ты там отбивай свои точки, а я пойду в спину этой техники ударю. Хотя он, наверное, убежит сейчас оттуда. Блядь, Икс, опять Икс нажимаем с таким... Отходим. Ладно, не важно, все равно, видимо, надо будет где-то сейчас на базе воевать с этим дредноутом. Требуется дополнительная энергия. У меня некем против них играть пока. У меня Т2 нету. Ну, я Т2 сам только нажимаю, у меня есть банши. Банши прям прятать все. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Надо без пока. Боевая машина противника в огне. Отряд скаутов атакован. Кент. Далеко не убегай, там большими своими. Иду. Тактическое перемещение. Противник пришел к твоему жизни. Меняем позицию. Скауты готовы. Скауты готовы. Скауты готовы. Какие будут приказания? Мы ответили на рукопашную. Шутки, демон. Берегите. Собраться. Не дайте танку уничтожить нас. Скауты готовы служить. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Антоха, ты там, конечно, молодец. Ты сейчас большие столько перебьешь. Убивают, потому что убивают только больших и страшных, блин, но вы не можете убить больших и страшных. Мы
Мы отряд отправляемся немедленно, братья. Это было света мало в руинах. Так, он помогает. Цель получена. Да. Там свою точку взял, в принципе, на ДФ. Недостаточно энергии. Держится. Это себе на фланг строим. Скауты готовы. Продвигаемся. Цель получена. А чё не могут у меня в настолке, Антох, бегать банши и всех убивать по всей карте? Ты так тут, блин. А? Потому что сразу все убивает. То есть они только вышли там с транспорта, с депстрайка и умерли. Потому что они опасны, по ним сразу стреляют. Если бы по ним не стреляли... На поле боя. Блин, там шкаф летит. Слышь, ну не знаю, блин. Ну что ты ушел всем? Я копье света тут поставлю на твоей точке. Я ушел, потому что он шотает моих снайперов. Че я ушел? Скауты готовы. Космические десантники на поле боя. Противник захватывает одну из наших стратегических точек. Скажите это сейчас. Силы союзников атакованы. Принято. Скауты невозможно. Со мной новообращенные. Там есть укрытие. Вперед! Усовершенствованные скауты докладывают о получении снаряжения. Командор, нам нужно больше энергии. Скажите это сейчас. Продвигаемся на совершение захвата. Ждем при... Отряд выдвигается. Продвигаемся. Желаю захватить вам, чтобы вы там быстрее развивались. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Одно все-таки ограничение оставим, не убиваем сбоку, потому что это какой-то чит. Захватил контроль над энергетическим узлом. Необходимо дополнительно... Союзник захватил контроль над энергетическим узлом. Андреноут на базе. У меня там сейчас будет один отряд баншей, в принципе, я не уверен, что мы с ним справимся. Готовы выполнять свой долг. И без баншей мы не учитывали этот дредноут. Силы союзников атакованы. Нашего святого огня. Он с нами. Он не убьет. Он убьет. Возведение строения поддержки. Цель. Такова расплата за грехи. Ясно, братья. Сделай бессмысленные поражения никому не делают чести этих мишеней. А ты до всем пока на базу шагал, все не лечится. Под огнем противника. Верни, он у тебя там пушка стоит, вот, чуть выше. Я могу его забрать?
А, мне на базе вообще ну, оставим. Она недалеко просто. Подкрепление. Там все равно нужно будет пушкой тут на базе. Принято. Очистим этот мир, разрушим всю нашу ярость. Наш технодесант. Блин, я технодесантника просрал. Монитор ордена или обычного примариса? Противник. Наши укрепления атакованы. Что так, не скрыться от нашего святого огня. Центр. Так, ну чем-то нужны снайпера. И где призны? Привет, танк. Как там? На поле боя появилась орочья машина. Скауты готовы. Какие будут приказы? Бессмысленные поражения никому не делает чести. На стулке мои банши не убивают танки. Иду. Да, командор. Точка защищена. Врагу не отобрать ее. Вновь прибывшие космические десантники. Скауты готовы. Поторопитесь занять свое место. Мы отбросим тьмы. Им не скрыться от нашего святого огня. Наши союзники несут потери. Процесс исследования начал. Искорение! Ждем приказ. Новая победа праведников. Что ж, хаос лорд самый тут основной боец. Мы уступаем точку влияния врагу. Цель получена. Готовы выполнять свой долг. Отряд выдвигается. А транспорта никого не будет, там случайно шум лисица. У меня пока не будет. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Боже, отступает. Там это же другая хрень урковская висячая. А даже тут с терминатором в ринку ходить нельзя. Мы готовы служить. Отправляемся немедленно, братья. Лондрейдер... А, в ринку нельзя, да? Возведение строения поддержки. Не, ну у тебя можно, у тебя же дают возможно правила. Используй. Просто нахера. Цель получена. Ждем приказа. Ну она быстро, разве что там доехать, там, почаржить или по адвансированию на первую штуку, а потом первую там прийти. Ё-моё, задолбали не убивать моего этого. Офигеть, там опять танков подрядят. У нас уже есть первая призма. Ведь цель получена. Противник захватывает одну из наших стратегических точек. Бессмысленные поражения никому не делает чести. Отлично! Мой клинок не сдавался в душ. Разведчики усилены. Скажите это сейчас, пока. Готов служить, брат. Там и корнефексы. И вагоны. Кто-то понес еще чуть полечите мой танк. Союзник захватил контроль над точкой влияния. Так, что мне нужно еще 30 снайперов. Скауты готовы, как принято. Скауты готовы. Банши лечится, короче, закажу. Будет сделано. Мы уступаем энергоузел врагу. Проклятые чудовища! Скауты готовы! Будет сделано! Отряд скаутов от отряда! Есть скорочники? Я чинил тебя, но блин, я потом вычинил свой танк. Скауты готовы. Какие сегодня
будет сделано. Ждем приказа. Скажите это сейчас. Ужасное поле перезаряжается. Активирую рефрактор. Пусть машины скауты готовы. Мы готовы служить. Так сам. Искореним пришельца. Ждем приказ. 86. Ты построишь себе скауты еще? Скауты готовы. Ну, какие будут приказы принято? Как жмите? Скажите это сейчас, пока не началось очищение. Где это одну очку не возьму, да? Ну, построю себе отряд чинителей, хан-чинителей, пан-чинителей. Пехота союзников уничтожена. Ой, блин, мне фланг разнесли, да? Да. Даже я свою не могу меня не отбивать. Здесь наши братья, космические десант. Начато оснащение новым оружием. Блин, мне вообще получено. Скауты готовы. Проклятые потрошители, уничтожьте их, смерть врагам! Противник захватывает одну из наших стратегических точек. Лучше отступать. Скауты готовы. Какие будут? Им не скрыться от нашего святого огня. Направление подтверждено. Будет сделано. Да, пробьешь, когда тебя, блин, пять штук инженеров чинят, блин. Я пойду с ним отвоевывать. К тому же у вас есть антитехи? Уже не так критично, чтобы я вас там прикрывал, или как? Им не скрыться от нашего святого огня. Ты веришь, терминатор — это антитехи? Антитехи, они как большие, только медленно. Скауты готовы. Что дальше? Одним врагом человечества меньше. Им не скрыться от нашего святого огня. Мы сделаем это. Зато теперь у тебя, Константин, куча лимита, и ты можешь построить еще один танк. Противник захватывает одну из наших стратегических точек. И, в принципе, можешь идти уже в атаку. А вы там как? Я готов, у меня лимит давно уже. Да? Не, ну я, в принципе, готов. Даже с одним танком. Союзник захватил контроль над энергетическим узлом. Транспорт есть у кого-то или как всегда? Давай тогда по центру, как мужики. Наш технодесантник достиг уровня 7. Им не скрыться от нашего святого огня. Скауты готовы. Какие будут приказания? Скауты готовы. Ты можно? Им не скрыться. Нет. От нашего святого огня. Это ж мы никогда не разрешали. Угу. Цвет видящий хочу. Пехота союзников погибает. Мы должны поддержать их. Им не скрыться от нашего святого огня. Противник захватывает одну из наших стратегических точек. Карнифекс. Принято. Мы готовы, будет сделано. В поле боя появилась орочья машина. Раз не разберусь, делаем такую легкую заману. Там две орочья, бля, ебать, там три. Я не пойду. Вы
возведение строения поддержки. Упал сильный. Давай хотя бы посмотрим. Два танка хаоса и один танк этих. Скауты готовы, какие принято. А сейчас я его жахну, блин. Я уже могу. Смотри, там у меня просто 5 этих скаутов чинят, вообще не пробили, блин. Регенерация 1000 секунд, блин. Видите, с нахожу железные руки. Ну да, железные руки, хули. Господи, два хаоса танка, дредмолта. Отряд скаутов атакован. Скауты готовы. Там заберетесики, сволочи. Они стреляют по нам. Орки открыли. Наш технодесантник достиг уровня. Ах, вы что, пробили немножко танк. Мы с ног уже штурмуем. Что ты опять начинаешь читерить? Кто? Антоха. Антоха, мы сбоку не штурмуем. А, так мы сбоку не штурмуем. Да. Замеченные чужие. Отряд скал видит. Ладно, ухожу, ухожу. Пленных не брать. Скауты готовы. Какие будут приказания? Им не скрыться от нашего святого огня. Ну, банчи пока отступили по хилице. Ожидаю приказов. Меняй позицию. Мы уступаем точку влияния врагу. Так, наверное, поставлю двое врат, да? Тут за нами сразу, и у нас на базе. Я включил ремонт всей техники, на всякий случай, мало ли. Транспорт, какой транспорт? Он дорога, транспорт, да? Антоха, ты сейчас потеряешь свою. Ой, блин, что-то меня там тоже жахнуло больно. Ландрейдер, я похилю. Не знаю. Возле Ландрейдера, похоже. А, да, когда это Ландрейдер. Посмотрим, что это такое. Уже тоже не Ландрейдер. Скауты готовы. А если что, врата стоят, можно куда-нибудь сбрасывать. И не нужно. Спасибо. Ландрейдер там. Слышишь, его еще хер захилишь, этот Ландрейдер. Он очень толстый. Толстый капец.
Я всеми своими пятью этими скаутами схилю, смотри, он едет, хиливается. Мои мгновенно захиливаются. Скауты готовы. Какие будут скауты? Готовы выполнять свой. Будет сделано. Слушай, мне понравилась тактика. Куча снайперов, блин, и танки. Но до танков дожить сложно. Без пулеметов, без этой дичи. Ну, посмотрим, как и ладно. Не, ну я не успел себя реализовать, скорее всего. Но мне понравилось, как я вошел просто на базу вражескую и как бы вообще без шансов для противника. Как бы ничего не можно сделать. Не, я не о том. Терминаторы очень мощные и живучие, безусловно. Просто мне понравилось, как я танками зашел. По танкам идет адский ДПС, понял? Всех, он там, трех компов, блин. И при этом я его захиливаю полностью. Ага. Наши враги дрожат. Сегодня победа достанется. Yes. Ну, во втором бою я не понимал, скажи. Что? Говорю, что во втором бою мы победим, я не сомневался. Что-то мне статистику не показывает. Да ну опять же, вы убиваете, блин, мелочь всякую, блин, пока я боюсь, техника онли, блин, всю игру. Ну, Антоха перестрелял, видишь, меня чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Эти самые за $170, блин, ну они эпичные, ну они эпичные вообще, просто шикарно. Знаешь, мне кажется, я бы настрелял больше, если бы я был сверху. По центру у меня просто не было возможности нормально настрелять. Что, третий дов? Третий дов, да. Поставлю себе тоже Space Marine, вы будете сами свою технику убивать. Так я не буду ставить никого, кроме Space Marine, хер его знает, как кому-то играть вообще. Не, я имею в виду, я поставлю Space Marine, у меня не будет двух отрядов банши, которые просто убивают всю технику по всей карте и все. В Дове третьем банши убивают всю технику на карте, да-да-да. Нет, да. Я вообще именно не могу играть. Поначалу... Ты именно психанул, да, сделал нам хуже. Ой-ой-ой, несчастный, да. Ну, поначалу они играбельные относительно. Потом уже, когда техника идет у врага, они, ну, вообще беспонтовы. У нас сейчас Сергей АФК. Сега. Там Антоха грустно, когда нечего красить. Вообще плохо. Плохо. И кисточки купил. А красить нечего. Приглашаю тебя. Я смотрю дурацкую заставку, которую я не могу пробовать, потому что первый раз захожу. В смысле, ГВшник? ГВшник, хаосистый ландрейдер, хаосистый, там еще 1894 было. Я зато уже подарю скульт. Какая-то комба, судя по всему.
Еще приглашать? Я не понял. Сейчас, сейчас. Эй, на я компа поставил, как его убрать. О, Кристик. А ну пригласи меня. Я беру ту компу. Он не приглашается. Ладно, идите там. Доктрина помню, да. А как ты наш. Как ты называешь карту? Я никак не называю карту. Это болтал Солариана. А там 6 из 6. Не может быть. Он там другая, другие врата Солариана. Наверное, да. Не видите меня лишь? Я сейчас перезахожу. Так, кого я возьму? Ну, блин, я не хочу бегать титанами всех уничтожать. Возьму себе дредмол. Я дредмол. Только одну врата вижу и не могу к ней присоединиться, потому что там силовое ядро. Блять, хуй не ставит. Тут явно не вы. Если я просто Петров остался тут. Сейчас, сейчас. Я теперь не знаю, как отсюда выйти. Нет, не надо пригласить. Уилсинка раундлайн. Ну. А, закрыто. Блять. Как ливнуть-то отсюда, блин? Эскейпом мы кинули. Все, меня кикнули, наверное. О, вижу. Арбун? Это не это аватар. Какой у тебя аватар орков? Ну, я мы же тогда играли за орков, что ты не помнишь, блин. Это горящие орки, ну. Бомбящие, блин. Ну сейчас попробую сменить, я не знаю. Так, в общем, чем мне там надо было? Что я вообще хочу играть? Я хочу вот этого дредноута покачать. Я хочу взять... Этот снайпер самый удобный. Это вообще... Двоих дредноутов взять. Надо. Мас дредноуты. Ты так говоришь, Антох? Я говорю, терминаторы. Я понял, как всегда тактика. Какие тактики у тебя? Терминаторы. А что там будет? Терминаторы. Посмотри,
Погляди, что мне там вообще нет. Да пытаюсь. Менюшки мне, конечно. Силовой раздаться вариант. Да. О, есть. В общем, это интересно. Ты еще слышно было, Антох? Возьму себе транспорт. Ту хрень. И улучшил наблюдательный пост. Все. Я выбрался героя. Скажите, как выйдет. Я все готов уже. Антох, ты готов? Антох. Барсук. В чате бы хоть бы написал, там есть чат в игре. Кен поразмаживал красиво свои войска. Не, в коробочке все лежат. Так безопасней. Да не, у меня малая выросла уже. Не так балуется. Что у нас все против нас кровавые луны? Там что, больше никого что ли поставить? Перепас смерти, а? Антох, ты А чё против орков? Ну что, не хочу сейчас, чтобы меня подали дропольники и убивали меня нахуй. Парни. Ну против дрессии играть просто. Блядь, ну давай играть против спейсмаринов, просто был. Ты же сам из спейсмарины, как вы можете хотеть играть против спейсмаринов? Ренегаты и предатели. Все, готовы, Антох? Не-не-не-не. Да. О. Ты себе какую-нибудь железнорукавскую страту, да, вижу танки, подожди, там. Подожди, какие кровавые. Там написано горы? Железные руки, ничего? О, чуть ему не просрали. Ты же понимаешь, у меня черные железные руки должны были быть. А они, по-моему, и так черные. Железные руки? Да. Да. Надо просто посмотреть. Ну, идеально. Что там, кстати, с красками? Чё? Красками. Красками. Ну, он каждый день мне звонил. Каждый день ты предлагаешь. Я звоню. Мы сказали просто раз. Скажи нам, мы вам перезвоним. То же самое, что и все предыдущие разы. Все, стартуй давай уже. Антох, ты готов, не? Да. Единственное, что они по бэку железные руки, у них как бы до хрена аугментики всякая, там нога металлическая, рука металлическая, там глаз металлический, такое они любят. Ну, это прикольно. Киборги, да? А? Киборги с имплантами? Да. О, как ты думаешь, я выключу плоть слаба, что означает? Будешь быть орденом наследником. Скинь себе Марине. Орден наследник железных рук. Так, Кент по срединке, повезло ему. А, подожди, нихера, я по срединке. Повезло мне. Что сказать-то? Ну здесь тоже атакуем только спереди, но... А мы уже прогрузились, нет? Нет. Не еще. Что ты там с Кентом? Ты не видишь прогрузки, Риш? Нет, просто вы так уже обсуждаете, я думал. Alert.
Sir Servitor in transit. The way will be secured by Servitor. Preparing tactical marines for deployment. Не будет ли никого ландрейда, она не разбила. Tactical Marines readying for drop. We've captured a point. What toil is required? Вот так. Ну, наверное, может и стало, не знаю. Tactical squad, we will do it. Так, что мне там надо? Мне тут точек строить не надо. Ready. Tactical marines are in position to commence deep strike. Orbital drop underway. Ally, we have captured a resource point. Да, скейс, скейс, марин. We are ready for war. Отлично, отличный Space Marine. This one is underway. Спасибо, Лёхи, он тебе скажет, ну датские они или отличные. Лучше спрашивать, он вообще за микроновые, знаю. Ally, we have captured a point. Блять, не отпустили. Ну хуя все вы окружили меня. Да блин, отпустите хоть чуть-чуть. Все, что можно отказать. Ну вот тут ряд, блин, офигеть, блин. Position generator is ready. We've secured resources for our alliance. Tactical squad. A listening post is active. Тут у меня нет и два, просто денег, да, себе автогаза. Уже подоспели. А как это разворачивать здание, чтобы строить в нужном направлении? Не помню. Или две кнопки нажать только. Ну, лишники пришли там тебя убивать. Не знаю, our vulnerable listening boost.
Раскинуть умнички. Servitor dead in the field. Tactical squad. Ай, блин. Tactical marines are in position to commence deep strike. Ой. We are battling a weak enemy force. Да, это же тренинг, это просто, ну. Там снайпер Ронан, который да, он не 9-го левела, кстати. Такой такого? Написано, что он требует 3 всего. Не, ну вообще, ты помнишь, там лимит прокачивается на самом деле. И они там еще пушки открываются. У меня 9-го левела, блин. Ну, опять же, эльдары, знаешь, они всегда как какие-то эльдары, они есть эльдары. Они типа. Вот есть герой на снайперов, понял? Он дает всем снайперам там дополнительную фигушку, типа они могут типа огромную хрень поставить, и по ней потом по этой точке. Ну, типа открыть кусочек карты, далеко стрелять. Ну, снайпера все невидимые. Ронан не видел, я понял. Странный получается бонус по факту. А вот то же самое у Джеймзар, понял? Она дает всем банжам невидимость. И это охрененно. У Джеймзар невидимая. Мы не можем кредит своих типа десантов, потому что плазму им дать. Я не могу дать плазму своим десантам. Деф у меня, в принципе, достаточно. Вот эти там турелечки прям, ну, их убьют. This battle has escalated
Нам только пошел признание. У них там Т2. А? Т2 у них там. А у меня тоже Т2. This one would comply. We are battling an enemy force to the southwest. This one obeys. Наверное, газ грейдить, если хотите там выглядеть. Отступаем. Я газ грейдю. Что? Тебя тоже там погрызли? Чуть-чуть подспорил, но не... Let us go. Подходите, подходите, тут нормально, пацаны. Тут никого не рекомендует. Upgrade completed. Ну то что-то в тебя турелька прилетела. Ну ты что-то против Space Marine играть. Карма, блять, мне надо тут наверное риперов больше поразъединять, мне так начинает казаться. Серьезно, наверное, заказывать. Команд, understood. Ты вам ищи, капец ты быстрый. Смысл никому пальцы. Это ж война, а не это ваша тут. Так, ну что-то погрейдит, наверное. И построил себе гнездо. Буду играть через терминатора. Не сильно мощная штука. Cannon team deployed.
Look to our vulnerable listening post. Блин, могу поранить делать на ресурсы. Наверное, это будет будет своим мобильным армией. Our weak enemy force has engaged us. Look northeast. Иди, нельзя. Вот так, если что. Я почувствовал, не думал. Блин, там дреноуты. Мощные такие. Ага, мощные. Мощные. What shall we do with our surplus of an enemy force has engaged us? Upgrading stronghold to tier 3. This one is configured for servitude. Initiating arsenal deployment. Do not let them win. Requisition is high, but abundance is useful only if it wins us this battle. Snipers readying for drop. Ras cannon devastators readying for drop. Еще что, что не транспорт, а все равно что-то чисто подкрепление. Setting up! This is Gabriel! Dead man walking! Our doctrine chapel endures an attack! Into hiding, brothers! Concentrate fire! The arsenal is prepared to arm our tier 3 upgrade complete.
Predator. We've escalated to the next phase of war. I will ensure it. Scout snipers, await coordinates for the... Это же какой-то герой на твоей точке. Предмет, да? Last cannon devastators are in position for orbital insertion. Weapons charged for orbital bombardment. Snipers will enact your will. Quiet, brothers. Так, начну по чуть-чуть наступление в центр. Я надеюсь, не обосрусь. Orbital drop underway. Drop pod deployed. This day holds glory. Tactical marine into hiding, brothers. Moving. Вступаем, да? Ну, сильно я там выступал лучше. Taking enemy attack! Annihilator is in drop position. Enemy Space Marines, heavy ability in progress. We have engaged a weak enemy force. Southward. Это мы дом не надо. Beginning upgrade. Upgrading vehicle durability. Да. Бля, новенький танк. Ну блин. Ну новенький танк. Ну он же, у меня был любимый танк. Ну блин, ну какого хрена? Упали от тебя, как оказалось. Upgrade completed. Upgrade is complete. Посмотрим, ну, блин, давай, начинайте меня забрасывать своими этими. У тебя там вообще все плохо, да? Не. Ну, два штуки кинули меня эту тихо. Я вон тут и смотрю. Да, у меня такое. Смотрим, на где паки падают, раскинут такие паки. Да, я не думаю, это просто. A weak enemy force has engaged us. Westward. Верноты какие-то чересчур ветвые. A listening post has been targeted by our foes. A drop pod is available. This day holds glory. Repositioning. Vehicle durability is improved. Там арта, блядь. Пошли искать арту. Пошли. Если мы ее не снесем, она нас... А, вот она. А, нет, это не она. Терминатор сдох. Я понимаю, это ж у тебя, у меня-то терминаторы. Блять,
listening post has been targeted by our foes. Ну плазма же ж пробивает броню. Ну. Конечно, сливает меня. Рядом Я что-то раньше был домик. Не, был сломано. Сейчас стоит только музыка. Team deployed.
моя техника, мне кажется. Или мы можем еще понаступать? А, он тут вообще тут Ready.
Vehicle weaponry is improved. A new drop pod bay is online. Predator destructor readying for drop. Destructor, come back to the origin, my lord. Move it now! Predator Annihilator, move it now! I cast my shadow on the land and light it with the dark. This is no repositioning! Let us do it! Predator Destructor readying for drop. У меня тоже апгрейд есть на танке, что если я выстреливаю, получается, хотя бы раз, то потом увеличивается очень сильно скорость. Agents of ruination. Les Cannon team on the move. That's on the chest, so yeah, that's just on. Go ahead, my destructor is fueled. Oh, they're pointing the drop order. Infantry health upgrade secured. That's a storm. A new drop point base is on fire. Последнее здание разрубал. Знаешь, там третий самый больший случился, честно. Что? Что? Говорю, что-то в третий самый больший зашло. Так просто, как во втором. Ну и получше, чем первый. Чем-то. Втором как-то уже все так, мы так знаем. Там против компов, там вообще не экшен играть. Надо просто играть раз, как просто не знаю, пирамидами, орками. Ну да. Так, киллы. Отрядов потеряно, отрядов произведено, отрядов убито. Ну вот, все, наконец-то удары тащили. Фу, блин. Ну я меньше, да. На сотню аж. Ну центр, Кент. Центр защищать, особенно девастаторами, больше всего киллов. Да. А я шел, девастаторами не воевал, я чисто оборонял только одну точку девастаторами, а воевал в основном ангелосом, блин, и танками. Что, еще раз или туда? Можно еще раз, можно в варик. Давай варик еще не играли. Давайте уже пройдемся по всем играм, потом будем смотреть, что будем дротить. Mm.